такой вот памятник. Даже не памятник, вернее сказать, бюст. Находится он возле супермаркета Эдека. Такая зеленая голова. Не знаю, почему она таким цветом покрашена. Зигмунд Йен. Кому не говорит это имя, ничего, я вам скажу, что ниже подписано Эрстер Дойчер Аль. То есть первый немец космоса. Это был первый немец космонавт, который полетел в космос. Почему здесь этот памятник? В Каменце есть аэродром, раньше стояла военная часть, здесь было много летчиков, ГДРовских и советской армии. Вот такая память осталась. Аэродром. Аэродром — это одна из таких достопримечательств города Каменц. Я вам показывал видео, здесь был установлен, в городе установлен бюст Зигмунду Йену, первому космонавту Германии, который полетел в космос. Вот он здесь, может быть, и ходил. Ну, то, что он летал, здесь готовился на самолетах, это точно. Вот здесь вышка аэропорта. Вот здесь памятник, который я вам хочу показать. До 90-х годов здесь стояла, не знаю, какая дивизия ВВС Советского Союза. Вот такой самолет. Не знаю, наверное, МиГ-21. ГДРовская символика. Да, МиГ-21 СПСК. Бундесвер Берлин Гатов. В общем, вот такой вот красавец нашел себе здесь пристанище. Вот дальше можно видеть, стоит Ан-2, летное поле. В Каменце здесь есть клуб пилотов, флигер-клуб Каменц. Готовят летчиков. Каждый день, когда хорошая погода над городом, вот здесь вот они взлетают, делают круг над городом, как раз над нашими домами, и садятся обратно. Тренируется взлет-посадка. Также здесь есть ресторан. В общем, все, чтобы можно было культурно провести время. Такие самолеты тут стоят. Сегодня вообще погода хорошая, ветра нет, небольшая облачность. Может, мы даже снимем, как взлетает самолет. Самолеты маленькие.
Я так понимаю, что на них отрабатывают свои летные навыки будущие пилоты. Аэродром. Люфтплац. Вот даже на русском написано аэродром. Видите, запрещено. На арабском. Заходить сюда. Ну, здесь ангары. Дальше впереди летные полосы. Но пока никто не взлетает. Вот, даже кто-то там на вышке есть. Наверное, всегда все работает.